У меня хотя бы есть блоки гребаные. 5 секунд, нет! А собаки вообще ищут блоки? Да, наша тема. С кайфом, с удовольствием осуждаю. Это что ж ты за человек такой? Да что ж ты будешь делать-то? Я не понимаю. Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Ромус и Никита, поздоровайся. Привет. Сегодня будем снимать Кристаллик Столбы, ребят. Первая серия уже на канале, это вторая. Итак, начало игры. Нам нужно спрятать блоки. У меня они желтого цвета, а у тебя? Синий-оранжевый. Ой, да. Тут чел. Синий-оранжевый? Это как? Это сложно как-то? Синий-оранжевый? То есть они и синие, и оранжевые одновременно? Они, ну да, по сути, да. Ты чел? Ага, окей, ладно. Интересно, люди прячут блоки. Ну, в принципе-то я тоже интересно плачу. Плачу. Нет, плачу я не интересно. Не надо это, не надо. Скучно очень плачут, даже не стоит этого испытывать. Прячу, вот это да, да, наша тема. Ну, собственно, тут опять новая карта нам попалась, да, то есть с кайфом, с удовольствием. Я поставил блок, и в принципе здесь, наверное, ну тут есть, ладно, места, есть кладки блоков, но... Кладки точно есть. Кладка. Да, да. Но нужно, в общем, спрятать максимально вот минимум в одной зоне. То есть нужно очень далеко желательно прятать блоки. Но, с другой стороны, игроков-то много. Игроков много, поэтому тебя найдут по-любому. Вот, блин, тут чел прыгает и прячет на деревьях. Осуждаю. Это, походу, ты прячешь. О, разве? Да не верю. А какого цвета? Ну, синий-оранжевый. А, это я был. Что ж ты за человек такой хороший, а? Тебя все уважают, все любят, а ты с ними, с людьми, с нами так обращаешься. Что ж ты за человек такой? Угу. Зачем? О, у меня есть идея, а может... О! Я хочу на шелку спрятать. Куда? Вот везет же людям цветами блоков. Гребаный земляной цвет у человека, а у меня желтый. Почему такие яркие блоки у меня все время? Я не понимаю. На зимней карте у меня черные блоки. Сейчас зимняя карта, у меня желтые блоки, где все зеленые деревья. Да что ж ты будешь делать? Да подарка даже ни одного желтого нет здесь. Все... Боже, я не понимаю, за что... А нет, есть желтый подарок. Но тут нет нычек. Ну, ё-моё. Как же это? Да... Кажется, ну, остается 2 минуты. Остается 2 минуты. Надо ставить в таких местах, что никто не догадался. Да, но тут проблема в том, что где такие места взять? Где вот такие места, знаешь, взять? Ну, просто вот банально, прям какой-нибудь дом. Тут черноблочник встал, охренеть. Он что, кладку будет делать? Вот, да, ага. 3 блока он тут поставил. 4 блока он тут поставил, ага. 5 блоков, ё-моё, 5 блоков он поставил здесь. Надо будет прийти сюда, навестить это место. 6-7, ё-моё. Он как-то вот, ему понравилось это место. Мне тоже это место теперь нравится, потому что я тут могу блоков заформить. Сложно. На такой карте очень сложный блок. Ух ты, ну все понятно. Короче, видно его дорогу, прослеживается. Ну все, надо, ребят, первым делом прийти вот в эту местность. Только как ее идентифицировать? Как мне добраться до этого гребаного места? Я не знаю. Координаты запомню. Ну, блин, ну такое. Я сейчас F3 нажму, а там IP-адрес, там все. И все. Ой-ой-ой, там он найдут. А что, разве я в F3 IP-адрес? Нет, но я специально сделаю так, чтобы там написан был. Так. Забавно. Блин. Очень сложно, правда. 30 секунд, у меня половина стака. Ну, не стака, а половина-половина. Вот так. Да, грустно, обидно, досадно. Очень досадно. Потому что негде прятать. Ну, негде, прям реально негде. Опять у меня блок. Ну, что ж ты, как это? Почему не грузится? 15 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Боже, пожалуйста, поставь! Ой-ой-ой. Все, надо искать это место гребаное. Я не помню, где оно. Ой-ой-ой, хорошо-то как. Хорошо-то как. У нас погода-то сегодня в Перми-то отличная, да? Да, у нас очень тепло. Нифига себе, Пермь, хороший город. Вау. Че, не вскопали блок? Блин, я потерял блок, а вот он, я его нашел. Прикинь, я его нашел, я потерял и нашел сразу. Такое бывает. Ой-ой-ой, тут человечек собирает все рядом прям, со мной. Ну все прям? Ну он прям рядом со мной все. Козел. Он, короче, мой блок собрал, ага, ага. Ну, благо я чужой блок. Благовает. А я не нахожу это место пока что, к сожалению. Но там его очень полезно было бы найти сейчас. Потому что я уже его нашел, на самом Нет. деле. Ой, давай лети, пожалуйста. Я упал. Ой, хорошо. Я надеюсь, его никто не нашел. Это место такое, что это, ну, это все. Это просто все. А где оно? Такая большая карта. Вот она, похоже, да. Мы тут все вскопали. Вот собаки. Ну, не все вскопали, кстати, не все. Ромас, я тебя да. вижу. Поздравляю. Ты мое место наш... Ты заколебал. В каждой катке мое место находит, да? Нет, я не пытаюсь. Ты по самому прибыльному месту идешь. Я не слежу за тобой. Да ты коп... Все так говорят, слушай. Это и все следят. Тут ты как бы. О, нет, я застрял в паутине. А вот все. Блин, нашли собаки. Нашли, блин. Так, домик. Волшебный домик. Тут уже облутали, наверное. О, нет, не облутали. Вау.
твою дивизию. Вау, это супер место, это чел облутал. Ой, ну я больше облутал. Вау, я в восторге. У меня есть блоки, хотя бы. У меня хотя бы есть блоки гребаные. Очень много мест уже облутанных, как я понимаю, потому что правда очень... Ну все, все. Ты смотри, сколько блоков не нашли. Сколько время, сколько время? 5 секунд, 5 секунд, нет. Блин, я очень мало нашел блоков. Блин, не успел, ладно. Я, мне кажется, тоже в этой игре прям так, как пес. Собака, мало нашел. А собаки вообще ищут блоки, кто его знает? Кто его знает? Блин, я все. 6 блоков, чел, пишешь. 6. Как можно было найти 6 блоков? Не представляю. Так, интересно, кто же занял первое место? Ты на первом месте. Не может быть, да меня паранкуют. Нет. Да не-не-не. Не-не-не-не, не бывает такого. Нет. В смысле? Реально? О. Подожди, робот первое место в катке занял? Подожди, да. Не может, не поддались. Нет. О, смотри, в смысле? Вот, так и знал. Победа! GG, офигеть! Правда? Охренеть, ребят, второй видос по игре я занял первое место. Офигеть, ребята. Блин, ребята, я не могу описать свои эмоции, правда. Я правда не могу описать свои эмоции, ребят. Реально, за это поставьте лайк, это стоит лайка. Поставьте лайк, напишите комментарий, вообще, как вам режим. Не забудьте подписаться на канал, потому что, а почему вы смотрите без подписки? А как так? Непонятно. Да. Ну, опиши свои эмоции от этого режима. Сколько ты в этот раз собрал? Больше или меньше? Мне кажется, гораздо меньше. Но смотри, кажется, ты прям был в той зоне, где я нашел кладку блока. Чел с темными блоками, с черно-красными. Он шел и просто полоску блоков за собой оставлял. Он ставил везде. Просто можно было его найти след по полоске из его блока. Кто-то это нашел первее меня и вскопал. Но я зашел в домик, где он ставил блоки, и там я чуть-чуть его блоков нафармил. И там еще оказались розовые блоки. И их я тоже немножко нафармил, блоков 2-3. И вообще, то есть ты видел, что, ну, проблема таких карт в чем? То, что люди ставят блоки в деревьях. И можно было увидеть в конце то, что во всех гребаных деревьях, почти во всех, есть блоки. И чтобы до них добраться, нужно намного больше времени. И тут вот видишь, вся фишка игры во времени. То есть ты должен за короткий промежуток времени все найти. Тут от везения, от твоего скилла быстрого передвижения зависит еще. Потому что ты должен быстро очень перемещаться и быстро вскапывать блоки. Они все в деревьях. Сложно по деревьям прыгать. Мы... Я специально на деревьях прям ставил. Да, я видел это, походу. Да, я чуть-чуть совсем на деревьях поставил вначале, да? Ну, такое. Ну, правда, сложно было. Я такой вижу, закрылись блоки на карте, и они все в деревьях. Такой, что? Я до ближайшего дерева добежал, до 2. Чуть-чуть там скопал. Но это было очень далеко до остальных деревьев бежать. Прям очень далеко. Ну, блин, ребят, не знаю, мне нравится игра. Я надеюсь, вам тоже. Ставьте лайки еще раз. И спасибо. Будем для вас стараться еще снимать. Спасибо Никите огромное, что приходит на съемки. Он спасает, он вытягивает видос в соло, понимаешь, своим присутствием. Он своей харизмой просто затмевает всех. То есть нам нужно просто молчать. И просто сам факт того, что Никита есть в видео, это уже дает много. Да, ребят? Ладно, Никита, попрощайся с ребятами. Давайте, ребята, всем удачи. Всем пока. Да, всем пока, ребят.